четверг, 25 апреля, в правительстве Рязанской области состоялась церемония подведения итогов регионального конкурса «Лидер 21 века». Победителей и призеров конкурса поздравил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов. Лидер не просто лучше всех, а тот человек, который может сделать других лучше. И я бы очень хотел пожелать, чтобы в этом деле у вас были успехи, чтобы молодежные общественные организации, детские общественные организации нашего региона были активными, целеустремленными и, самое главное, имели в своей копилке добрых дел, интересные дела, те дела, которые интересны другим, чтобы общественные организации объединяли молодых людей на свершение добрых дел. Успехов вам! Не первый раз бываю на подведении итогов, не первый раз участвую в конкурсе «Лидер 21 века». Считаю это дело нужным, потому что каждый раз появляются интересные ребята, и мне кажется, что многие из вас будут интересно работать, интересно служить Рязанскому краю. И, может быть, кто-то из вас придет и станет лидером нашего Рязанского региона, наверное, уже в ближайшей перспективе. Успехов вам! Спасибо.